У меня же тоже была такая проблема. Я работал с 8 утра до 10 часов вечера в Евросети. А обед у нас был час. При этом мы не всегда могли даже на обед уходить час. То есть где-то приблизительно полчаса нам давали. И могли мы уйти только в туалет, и больше никуда. И вы подумаете, окей, Димас, как ты мог так тренироваться? Это нереально. А я тренировался, знаете, что я делал? Я тренировался дополнительно еще по продажам, по технике продаж отдельно. Я ходил в тренажерный зал. Я читал книги, я пообещал, что буду читать как минимум 15-20 книг в месяц. Помимо этого, я уже разрабатывал свою первую практику по продажам, потому что я прокачивался каждый день по продажам. В тот момент, когда я был максимально загружен, я все равно прокачивался. Я выходил в обед, после того, как покушал, выходил на улицу, песня клевая. После того, как я покушал в обед, я выходил на улицу, и там был маленький закоулок, качелька там была. Не было людей, я садился на эту качельку и тренировался 5 минут, 10 минут, 20 минут по словесной импровизации. Каждый, мать его, день я тренировался. На качельке. Да, на качельке. И когда мне кто-то говорит, Дима, я пашу днями, у меня нет времени на тренировки, я думаю, вот что я думаю, я думаю, что вы неправильно мыслите. Есть техника, она называется «да, я хочу, но». Как убрать это заражение, да, как убрать этот мыслительный процесс. У меня есть эта техника, посмотрите на моем канале, прям акцент. И вам нужно в тот момент, когда вы говорите себе, у меня нет времени на тренировки, нет времени, мать его, Дима, нет, нет. Скажите себе, как вопреки тому, что у меня нет времени, как вопреки, что у меня очень много работы, как вопреки вот этому всему, хотя бы чуть-чуть, не надо много, хотя бы чуть-чуть, но я буду прокачиваться. Хотя бы одну секунду, хотя бы 30 секунд, хотя бы минуту, но хотя бы чуть-чуть. Это очень важно, понимаете? А будет ли польза от таких маленьких отрезков времени? Конечно же, будет польза от таких маленьких отрезков. Потому что постепенно вы войдете в процесс, и время вы еще найдете. Мозг найдет вам время. Главное, правильно задавайте ему вопросы. Мозг – это машина. Правильный вопрос – это уже половина решения проблемы. Правильные вопросы. Не говорите, что «у меня нет времени, у меня много дел». Наоборот, скажите «у меня много дел». Ну как вопреки этому я все-таки смогу справиться с ситуацией? Как вопреки этому я хотя бы немножко, но смогу потренироваться по словесной импровизации, по базам навыка общения, убрать социофобию, не знаю, что угодно, но что-то вы делаете. Прокачать тонус, поработать с конфликтами, прокачаться по лидерству, по продажам. Что вы можете сделать хотя бы 5 минут? 5 минут. И это уже хорошо. Я задавал себе вопрос. Когда я работал директором по продажам, когда работал в Евросети, я задавал себе такой вопрос. И я всегда находил время. Поэтому, ребята, у вас все получится. Я точно в этом уверен. Главное делать, главное правильно задавать вопрос. Ну и давайте вернемся к нашему классическому совету. Вы всегда ходите в туалет. Вы всегда моете посуду. У вас очень много времени там, даже 3 минутки. Когда вы что-то делаете в туалете, вы в этот момент можете сделать что? Немножко прокачаться по навыку. Идете в магазин, вы можете прокачаться по навыку. Вы ждете друзей, знакомых, вы можете прокачаться по навыку. Вы дома зависли, ВКонтактике. Видео какое-то посмотреть, остановите этот процесс, потренируйтесь немножко по навыку. У вас есть время, когда вы можете потренироваться. Но если вы говорите, Дима, у меня нет сил, я устал, тогда у вас понижен тонус, очень сильно понижен тонус, его нужно поднимать, прокачивать тонус. Опять же, видео есть на моем канале. Вот и все, вся проблема решилась, все так просто, вы прикиньте. Хорошего вам настроения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчик нажмите, комментарии напишите и пока-пока.